Йоу, здорово всем, народ, с вами Хасл, Артём, второй сервер, и сразу переходим к делу. Вот тут нам сразу пишет Кира, я так думаю, это типа, как бы, блин, владелец какого-то киоска, походу, вот этого, которого я сейчас рядом стою, и он пишет, Ди Каприо на рынке за 1.5 сливают, типа, я поставил за 2-2. Ну и чё? Ну, типа, вот я у него сейчас спрашиваю, а ты сейчас возьмешь вообще Ди Каприо? Да мне он не нужен, пишет. Ну, о, понятно, ладно. Ладно, пробегусь я еще по киоскам, посмотрю, есть ли вообще Ди Каприо, продаются ли они еще как-то, и уже потом посмотрим. Еще и пишет, знаете что? Ничего больше не пишет, короче, говорит, да это перекуп, блин, 100%, прям 100 баллов даю, и как бы что-то как-то за 1.5 выставлять Ди Каприо, я чувствую, вот прям вот задним местом то, что вот он у меня продастся за мою сумму, которую я поставил за 2.2, это как минимум вообще. Что это такое? Короче, я пытался развить максималку, нифига у меня не получилось, но тормозить я не стал. Развил до 260, и все, я, короче, тут прям всем ходом, без тормозов улетел. Ну, короче, вот такой баг появился. Ля, прикол. Кстати, насчет шляпы. Вот, смотрите, блин, продавая шляпа, 75 240 мне на карман упало. Я за 77 ее выставлял. Там плюс 1% или сколько получается. Короче, за 75 шляпу продал. Тот перекуп мне сейчас вообще говорил, утверждал, шляпа 30к, вообще, типа... И то там, типа, никто ничего не купит у тебя и того подобного. Ну, короче, дна, и шляпа ушла. Ля какая. Че это у нас? Ни разу не видел, кстати, вот эту тачку на Хасле. Блин, прикол. Вообще, че это, Феррари? Ла Феррари? Выглядит, конечно, прям вообще сосочно. Прям почти как моя Кобра. Ну, что-то прям, она прям вообще соска. Персик. Что-то номера вообще, конечно, но такие себе не очень, что-то там ни цифр, ничего, блин, закрыто. Блин, я бы его затестил. В общем, ездил туда-сюда, занимался фигнёй, тям-лям, а у меня тут ночь глубокая, смотрите, онлайн там 90 вообще только человек, и тут я такой, а, дай-ка я заеду, где там это все находится, все основные... Короче, махинации нелегальные. В общем, это помидоры. Короче, ворую помидоры, блин. Не, сейчас поливаю махуану. Эту самую, да. Сейчас, блин, а прикиньте. Короче, открытый нашел этот огород. Смотрю, уже даже помидорчики, все полит, все как надо. И вот тут я, короче, доливаю. У меня как, я чувствовал то, что мне надо хранить было долгое время полную лейку. И все, ля. Короче, что мы, получается, занимаемся? Помидорчики воруем с других огородов? Если это прокатит, вообще прикол будет. Что, лишние бабосы нам вообще не помешают. Ну, тут кто-то что-то прям чувствует, что кто-то поглядывает тут за этим делом, потому что уже было все полито, уже все посажено. Вот как-то так. Короче, ладно, не будем ложиться спать. Сейчас подождем, короче, все это время. Может быть, что попробую, получится. Блин, ни разу, кстати, я пробовал. Помню, я хотел заниматься этим. Как-то огородники чьи-то другие, короче, забирать. Но все было закрыто. Вот, а тут сейчас что-то как-то, смотрите-ка, все наоборот. И все интересненько, блин, если прокатит. А у меня вроде даже и пушки были под пазухой. Сейчас, может... Ай, застрял, блядь. Сейчас подождем, посмотрим, что будет, если все это вырастет, будет вообще кайф. Ну все, я остальные огородики-то тоже чекнул, потому что было интересно, и вот походу начинается будет мясо. Как хорошо, что пушки-то есть рядом. Ну, конечно, я против игроков через компьютер, комптудор не смогу там, да, сопоставиться, но все равно будем отбиваться как сможем. Все, начинается полное мясо, тут у нас уже почти все готово, помидорки почти созрели. Ну чё, кого будем вот так обороняться, если кто зайдет сразу там пулю в лоб. В общем, все, попробуем, если все что-то сделать. Блин, да прикол интерес. Такой дичью я еще не занимался ни разу. У меня даже пушка была. О, все, одна готова, прикинь, собирает. Офигеть, собрано 20 грамм.
помидорок. Вообще, пока вроде никого нету. Пока вроде никого нету. Блин, даже запись уже давно идет. Главное, чтобы ничего не обрубилось. Вообще кайф. Офигеть. Первый раз, короче, граблю огород чей-то. Надеюсь, это того стоит. Не знаю, посмотрим, какой будет заработок. Но осталось еще немного, и у нас уже, получается, будет остальные грядочки. А все, все, готово. Берем, берем, все собираем. Все, кайф, офигеть. Короче, вроде пока никто тут не приходил. Вот. Ну, все. 20, еще 20 гран. Ну, офигеть. Вообще кайф. Блин, прикол. Первый раз, короче, граблю. Вот такую дичью занимаюсь. Вообще, честно, вообще по кайфу. Сейчас, короче, собираем бабосы. Ночные движения, все дела. Так, ну тут у нас еще что остались? Помидорчики, которые не дозрели. Там еще один какой-то есть огородик. Попробуем сейчас туда еще зайти. И что, ну как мы приличные люди, тоже закроем дверьку. Хопа. И вот тут у нас тоже еще есть помидорчики, которые почти-почти созрели. Сейчас мы еще немного подождем и попробуем тоже это все дело собрать. Уже поедем на продажу, все это дело сдадим. Ля прикол. Блин, разобраться бы еще, где вот это все сдавать. Вроде я нашел продажу урожая, значит, нам походу надо будет сюда ехать. Но мы еще чекнем, глянем, посмотрим, что кого как. Как это все делать, блядь? Ну, прикинь, я, короче, блин, не записался этот момент. Чувак заходит, говорит, уёба, короче, мне прописывает в бошку, короче, сдеглаивает. Я, короче, появляюсь в больничке. Но не все так просто, мы уже отхилились. Сейчас мы еще возьмем мопед, приедем на то же место. Я найду этого чувака, мы возьмем еще 10 дигла, я возьму конспирацию, возьму сейчас переоденусь, короче, в другой скину, чтобы не так было палевно. И все будет в ажуре, блин, попробую, короче, помидорчики забрать. Я реально такой дичью еще вообще не занимался. Опять собака. Когда я записываю видос, всегда она начинает просыпаться, что с ней делают соседи. А реально что-то с этим... Блин, а на самом деле с мопедом что-то какая-то дичь происходит. Он начинает опять себя неадекватно вести. Ну, в принципе, да ладно. Главное, что хоть как-то едет он. И нам сейчас четко ювелирно, короче, залететь в огородик. Сейчас мы либо его я раскидаю, либо в огороде быстро все заберем. И уезжаем на нашу машину, которая там находится, на нашу кобру, которая находится неподалеку. Ну а пока мы едем, я зачитаю быстренько ваши комментарии и отвечу на них. Гранд 09. Привет, видос топ, как и ты, обчихба. Будь здоров, спасибо за лайк, за коммент тоже. Опа, Димончик, здорово. Уже не надо добавлять буквы, чтобы писалась команда прошлая. Можешь просто стоять в казино и скупать имущество, потому что они сливают по низу рынка. М5, F90P, это не КС. Так, все, понял, разъяснил, объяснил, все, спасибо. Икс-тизер, где мой комментарий? Я же оставлял. Братан, все, вот твой комментарий. Итак, ну что, мы уже почти на месте, поэтому мы сейчас его уже, я чуть-чуть с другой стороны его обойду. Я его либо, короче, я найду этого чувака, мы сейчас по-любому им пересечемся. Или, наверное, я сейчас... Так, а кстати, конспирация, забыл совсем, где у меня Монтана. Сюда иди, Монтана. Сейчас мы, короче, быстренько переодеваемся. Оба, конспирации, все четко. Идем за помидорами, короче, грабить. Сейчас мы его обойдем с другой стороны дома, с других сторон огородов. Оба, хопа, паркур, хопа, быстро, че как сделали. Так, и вот тут сейчас перепрыгнем и что-то, по-моему, подлагивает, подвисает. А, бля, прикинь, короче, смотри. Короче, все, хорош, красавчик, базара нет. Бля, ну ладно, короче, ну, все, чувак с ним бороться, он уже все, он уже зол, он сажал свои помидоры, запасался оружием, походу, блин, чувак готовился, и, ну, типа, на схасло нету шансов, блин, просто нету. Блин, мужики, я попробовал, кстати говоря, есть-то у нас товарчик, который можно сдать, уже продать. Так, ну ничего страшного, нам сейчас что, по-бырому сейчас отхилимся,
просто забрать, получается, свою Shelby Cobra. И поедем уже на метку, попробуем сдать наш товар, посмотрим, сколько мы заработаем на этом. Посмотрим, сколько мы заработаем на этом. Я надеюсь, что будет неплохой такой навар, что мы уйдем хоть с какой-то хорошей прибылью. Все-таки нам удалось что-то хотя бы забрать с собой. Так, ну то вот тут в этот момент я еще зачитаю один комментарий. Может, парочку, может, один. Ладно, посмотрим. Есть еще один комментарий, на который я хотел бы отдельно уделить свое время. Очень интересный комментарий. Короче, что вы тоже думаете по этому поводу? Стоит ли покупать банду или нет? И сколько сейчас на ваших серваках стоит вообще банду? И как вообще происходит? Кто может написать мне подробный такой квест, как вообще происходит данная процедура? Какие требования для этого нужны? И с чего там? Нужны ли какие-то наколки для этого и того подобное? Я видел объявление «Купли кольцо» или что-то такое, вот. Ну так, читаем. «Романыч, здорово, бро», пишет. «Кстати, ты банду можешь купить и быть у нее один. Это выгодно. Плюс 4 тачки можно иметь. 2 дома для ловли, хорошо. Я купил себе банду и не жалею. За 3 кака, говорит, купил». Вот. Насчет, блин, это очень интересно. Просто есть одни нюансы, Ромач. У меня сейчас уже в распоряжении есть, получается, 6 автомобилей, 6 машин, 6 слотов. Это из-за того, что у меня была випка. Это мне, по сути, нет необходимости. По поводу ловли домов или квартир, ну, как видишь, у меня тоже, получается, свободный слот есть. Я тоже так же ловлю либо дом, либо квартиры. О, это очень интересная мысля, но пока такой нет необходимости, чтобы вот, ну, наверное, тратить можно было бы свои последние 3 миллиона. Даже если я сейчас потрачу 3 миллиона, у меня нет возможности ловить квартиру или дом. Потому что, ну, у нас еще есть Ди Каприо, конечно, но когда он продастся, это тоже для меня загадка. И, ну, как бы, я не знаю, пока этим заниматься, стоит ли, может быть, в дальнейшем. Вот, и опять же, какая процедура вообще вот этого всего? Напишите в комменты. Ладно, все, я понял. Чувак профессионал в своем деле, в перестрелке. Не, ну, конечно, он уже подготовленный, с ним нету смысла бороться, и дальше уже, ну, типа, это уже противоречит правилам, да, РП, как я понимаю. Ну, первый раз мы обыграли, ну, ничего страшного. Ну, а сейчас мы все просто, главное, забираем нашу кобру, пробуем лететь, продавать собранные наши, так сказать, помидорчики. Посмотрим, сколько мы на этом заработаем бабосов. Все, ребята, сейчас посмотрим. Но такая дичь, это просто дичь, но я не знаю, просто. Мне кажется, знаете, мы не столько много заработаем, но сколько это, ну, я не знаю, как-то я давно столько эмоций не получал. Но это, блин, прикольно было, знаете, какой-то такой небольшой азарт, что ли, был. Это, блядь, понаставили тут заборов всяких. И я не могу привыкнуть к этому управлению. Для меня это тяжело, сложно и непонятно. Так, в общем, блин, это было весело. Прикольнуха, полный вообще шоу, полный кайф был. Да. И я только сейчас понял, что я, походу, еду вообще не в ту сторону. И тут, походу, только продаются огурцы, помидоры и того подобное. Мне, походу, нужно вообще другое место. Сейчас, ну, уже приехали. Сейчас, конечно, я проверю, все узнаю. И все, сейчас посмотрим, смогу ли я тут продать это все дело. И, кстати, я только сейчас понял то, что я еще не на Хасле это не проверял. То есть вот это все, весь вот этот заработок, получается, мы сейчас впервые это все проверяем. И, кстати, вообще в тему, вообще на самом деле в тему. Да, я понял, что мне теперь еще нужно в другое место ехать. Я вообще не сюда приехал, потому что, ну, ребята, я был не в курсе, я занимаюсь этим впервые, поэтому сейчас найдем, куда что, как ехать. Итак, выбираем на карте GPRS интересные места. И получается, в самом низу будет уже скупщик тот, который нам нужен. Вот это, оказывается, вот находится недалеко... Ах, я не знаю, как этот поселок называется. Ну, короче, метку поставил, сейчас мы туда приедем.
О, не, ну это вообще был, конечно, блин, для меня что-то как-то вообще прикол. Какой-то движ все-таки новый был, вот это классно, вот это, конечно, классно. Напишите, может, еще какие-то есть интересные схемы по поводу заработка, чтобы я бы мог еще проверить через iPhone. Вот, через... Опа, вот этот дрифт, вот так вот, вот надо залетать, выдвигаюсь. Теперь похоже на то место, которое нам нужно. Тут, кстати, уже... А, тут у нас рыболовцы, магазин можно сразу приобрести. Вот, короче, бедолажный домик, вот нам, походу, надо сюда. Надеюсь, это сейчас система все работает на Хасле, мы сможем получить, заработать какие-то деньги. Напоминаем, у нас сейчас 28 кэсов на руках. Ну, то есть, 3 ляма и 28 тысяч. Не больше 20 пакетиков. Это, типа, покупать или продавать? Как-то все... Скупка семян. А, скупка семян, еще и семя можно продавать. Прикольно. Офигеть. Можно и семечки продавать. Классно. Нет, так сейчас доходит, прикинь. На, если попробовать, как вот, допустим, рыбу продать. Сейчас попробую инвентарь открыть. Что-то у меня там пишет, что-то говорит. Вот, продать. Все. Вы продали 120 грамм, вам заплатили 30 кэсов. Ну, слушай, вообще, кайф. Ну, что, сколько мы времени потратили на это? Минут 30, наверное, да? И, кстати, ну, это примерно та же сумма, сколько можно заработать на механике, да? Мы в прошлой серии, по-моему, примерно столько же тоже заработали. Только не пришлось вот это вот все тратить. Плюс мы еще там на аптечки два раза потратились. Плюс пушки у нас пропали. Ну, проще, наверное, механиком все-таки работать. Ну, какая-то дичь, ну, прикольная дичь. Было весело, конечно, что-то новенькое. Было весело. И, кстати, сейчас мы, походу... Точно, у нас же сейчас, получается, уже КД прошло. И мы сейчас можем попробовать половить либо ключ, либо кейс. Так, C60, да, у нас прям, блин, смотри, у нас по времени прям ровно КД, и получается рестарт будет 6-часовой утра, у нас уже через 4 минуты, то есть у нас есть, в теории мы можем поймать, получается, кейс, либо ключ. Так, ну все, мы все сейчас закупаем, и тут, вон, смотрите, на карте еще есть рядом озеро, мы сейчас туда прямо и выдвинемся, залетим красиво сейчас. Эй-хам, бля! Так, что, все, нормально, прилетели. Сейчас вот будем... Так, что-то 6 человек на моем огороде сидят. Короче, тут все, тут, походу, все войны, блин, идут на этих огородах. И, походу, не я один вообще, походу, и все чекаю. Прикол. Так, смотрим, сколько у нас сейчас еще осталось времени до рестарта. За какой... 4 минуты, реально, 4 минуты осталось до рестарта. Получается, там 6, еще плюс 2 минуты. Ну, минут 5 у нас еще есть половить примерно времени. Но я не знаю, как нам КД сейчас выстрелит. Последний раз я помню, ловил очень долго, мне ничего не падало. Мне абсолютно вообще ничего не падало. Это было настолько странно, то, что я ж психанул и что-то, блин, даже, ну, что-то как-то разозлился на то, что я реально очень помню, КД был у меня... Больше часа, и вот мне вообще ничего не выпало. Ни кейс, ни ключа, тем более. То есть очень было странно. Сейчас не знаю, может быть, убрали все-таки это все дело. Не знаю, попробуем половить. Ну, в принципе, поймали пока только одного карася. И что у нас? Когда рестарт, чувак, пишет Артур? Так, что нам сейчас напишет? Может, кто ответит? Вот, рестарт получается через 4 минуты. Уже все, прям 4 минуты у нас остается. Одного карася поймали. Ну давай, КДшка, я надеюсь, мы успеем до рестарта хоть что-нибудь. Да, ребята, сюда. Получили кейс новогодние дела. Вот так вот уже можно заканчивать уже нашу вообще с вами серию. Блин, кайф. Кайф вообще балдеж. Все, прикинь, на второй рыбе просто уже поймали либо ключ, либо кейс. Вот это красиво. Вот это я понимаю. И заработок был 30-ку. Где-то и вообще эмоции получили. Вот это я понимаю. Так, ребята, вот. Так, давайте тогда договоримся так. Как вы только прожимаете 100 лайков, 100 лайков прожимаете, да, я открываю вот этот кейс новогодний.
Ладно, потрачусь, но открываю вот этот кейс новогодний. Если вы прожимаете 200 лайк, я открываю 2 кейса новогодних. Все, мы с вами договорились, все. А сейчас я всем чау, там, базар, вокзал, пока. Ну, а на самом деле-то эта серия еще на этом не заканчивается. Потому что я сейчас еще одну вставочку вам ставлю. Очень интересная новость у меня была. Прям такая, прям завораживающая. Сейчас все покажу. Бинго! Ребята, бинго! Короче, заходил в игру как-то на работе, решил чекнуть. И зацените, подходим к банкомату. Все деньги у меня остались, которые были заработаны в прошлый раз. Снять с моего счета 2 миллиона 200. Ребята, я продал скин. Я продал скин Ди Каприо за 2 миллиона 200. Вот это успех. Навар лям 200 чистыми. А то мне тут за 1,5 ляма говорили, за 1,5 ляма. Еще и взял, он у меня еще и снял со своего же, получается, киоска. Он снял мой скин, я выложил просто на другой киоск. И чувак заработал на этом хорошие бабки. Представляете, да, вот так вот, вот, ребята, что получается. Вот люди просто необразованные, не знают, как вести бизнес. И даже сами владельцы киосков, блин, понимаете, они не знают самого рынка, получается, на продукцию. Вот так вот. Либо, кстати, он зажадничал и захотел, просто думал, то, что я ему выставлю в его же киоск за... Что там, блин, за 1,5 ляма свой скин, он возьмет и выкупит. И он говорит, да мне он особо и не нужен. Хотя если бы он мне написал, что он его купит сразу, я бы, наверное, выставил, кстати, в киоск, наверное. Но, кстати, хорошо, что в мою сторону так получилось, что я все не поторопился. И, блин, кайф. А можно, блин, сейчас и не снимать бабки, а так оставить их на банковском счету, пусть они там будут, целее будут, так сказать. Ну, у нас уже, ребята... 5 миллионов на счету в общей сложности. Даже 5-200. Вот так вот делается перекуп на киосках, на скинах. Вот ночные движения, так сказать. А теперь я точно с вами прощаюсь. В этом замечательной серии была вообще огонь. С вами я прощаюсь. Пока. 100 лайков набирайте. Открываем кейс новогодний. Если будет 200 лайков, ну что там набрать 200 лайков? Вы даже набирали больше, по сути. То открываем сразу 2 кейса новогодних. Все, а с вами я с вами прощаюсь. Ух ты, блядь. Иди сюда, сюда иди. Сейчас я тебя напинаю, подожди. Опа, опа, все, свалил, да, вот так вот, 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 все, езжай. Ну все, с вами, короче, теперь прощаюсь. С вами был Артем Меков, что там, Хасл онлайн, Радмир, второй сервер. Всем чао, пока.